Всем привет! Приехал за подтопольниками. Не знаю, есть они или нету. Сейчас посмотрим. Еду по полю. Говорят, уже грибочки пошли. Значит, найдем. Ё-моё. Не очень хорошо тут ехать. Дорога-то херовенькая. Пойдемте посмотрим. Вот такое поле. Это поля. Здесь и будем искать. Вот здесь по краю. Ну что, друзья, первые подтопольники уже найдены. Телефон забыл в машине, поэтому не снял. Сейчас пойду, найду новые и сниму. Покажу, как растут, какие они. А так есть грибочки. Уже там все равно треть ведерка где-то набрана. Ладно, включусь, как найду. Вот, смотрите, в таких вот трещинах они в основном находятся. Вот он, маленький еще. Вот, видите, подтопольник. Вот он еще один. Такие грибочки, они такие мягенькие, нежные, ножки твердые, хорошие, отличные грибы, кстати. Единственный минус, что их вымачивать надо, а так отличные. Вот. Короче, друзья, вот они. Копаем грибы, как картошку. Как картошку копают, так и грибы. Вот они. Вот так они и растут. Вот. Отличные грибы. Будем собирать их дальше. Погода ветреная сегодня, но зато тепло. Опа! Вот он, друзья, очередной. Копаем сейчас. Вот по два штучки. Так, копа. И потом вот так ножичком. Шлеп. 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 И готово. Червивые они не бывают. Такие вот грибы. Вон еще до конца поля сколько педали. Опа. Думаю, что вот здесь очередной гриб. Сейчас и посмотрим. Оп. И точно. Вот он. Вот топольничек хорошенький. Вот такой вот.
я ему ножку подровняю. Они всегда чистые, потому что они горькие. Чтобы они не были горькие, их надо вымачивать. А потом солить. И они очень вкусные. И красник хорошая тоже. Ладно, идем дальше. Там еще идти вон туда. Ну или пока не наберем. Все, друзья, приехал домой. Сколько насобирал, что вообще из этого получилось. Сейчас увидите. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи. Вот получилось 5 вот таких баночек. Пол-литровых.